Наверное, с точки зрения опыта. Ну и Юлиана Дракслера. И вместо него Хави Симмонс выходит. Ну, посмотрите на него. Действительно ребенок. Но таланта сумасшедшего. Про него мы уже говорили. Десагье в нынешнем сезоне 2 мяча забил. Хотя забивать это не его прямая задача в чемпионате Франции в 18 играх. Ну и в Лиге чемпионов ближе к флангу. Ну и вот как раз он играет на перехвате. Ему уже 18, и скоро даже будет 19. Он родился в Стокгольме, но корни у него из Бенина. И он в удар принимает на себя Инуса. Мужики, мы видим, здесь в отборе действует, а мешает. Ну, действительно, сенсацию. До начала встречи, увидев состав по 14-й команды Лидбойт, пока понятно, что Почтина что-то говорит хозяева, ну, времени-то нет. И воздух выигрывают, и мяч неудачно, правда, подрабу всему. Команда Мурисю Почтина оформляет, а остальное уже забудется, счет остается.